В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне для львят организовали своего рода проверку на водоустойчивость. Подобную испытательную процедуру здесь обязательно устраивают всем котятам больших кошек, прежде чем персонал допустит их до прогулок в вольере на открытом воздухе. Этим африканским львятам по 2,5 месяца. Их по очереди опускают в водоем и следят, как они себя поведут. На подстраховке сотрудники зоопарка. Вынырнул и поплыл, значит, экзамен сдан. Все 4 малышей проверку прошли успешно. Только один из них решил максимально сократить свой водный маршрут. Впрочем, прежде чем малышам позволят гулять в открытом вольере с их мамой, им еще предстоит пройти ряд процедур. В том числе им еще нужно будет сделать все необходимые прививки. Как говорят сотрудники зоопарка, медицинские карточки малышей будут полностью заполнены примерно к середине июня. Тогда их выпустят на открытый воздух, и они смогут наслаждаться плаванием самостоятельно. Конечно, если захотят.